Выкажи свое меркование. Областная державная инспекция пропонует отковать подземный пешеходный переход на пересечении Интернациональной улицы и проспекта Ленина. На этом скрыжовании проходят основные маршруты пассажирского транспорта. У час пик интенсивность руху на Интернациональной складая больше, как 171 единок транспорту за годину у одним накерунку. А кроме того, с 2016 года там отбылись 4 ДТЗ. Один человек загинул, трое отрымали ранения. Снизить колькость дарений и размерковать транспортные потоки можно шляхом будаунистства подземного перехода. Так само пропонуется поширить проездную частку с переносом припынку Коминтерн. Выказать свое меркование об инициативе ДАИ можно до 25 студеня на сайте Управления внутренних справ Гомельского облвыканкама, альбо дославший лист на электронный адрес ДАИ.